Уважаемый Петр Иванович, я вас слушаю. Вспомните, пожалуйста, как вы узнали о нападении фашистов на нашу страну и когда вас призвали в ряды советской армии? Меня призвали в 1937 году в армию, кадровую. Взяли меня, Бердиш служить. Конно-артиллерийский батальон имени Котовского, что он назывался. Вот, прослужил я там не год, а зиму до этого, зиму. А на весну тут Германия начала забирать Польшу. А наши чтобы не отдать Западную Украину немцам, пошли на выручку. Но они, видно, там договорились, я этих делов не знаю, как они там. И нас туда, в эту. В Польшу вот. Освобождать Западную Украину. Тут кончилось, ладно, слава Богу. Дошли мы до Львова. С той стороны Львова немцы, а это мы. И чего ты как своих туда получил, так разошлись без войны, без всего. Немцы отступили. Сколько, какая граница была? Ты не переживай, папа. Это. Не волнуйся, Петр Иванович. Ну, вот. Тут это кончилось. Все. Границу установили, все. Знаешь, Западную Украину то шла. В России туда было не Россия, а Советский Союз был. Не Россия, а Советский Союз. Нас многонациональное государство было. Ну вот тут проложились мы опять. И меня тут что-то Бессарабия и Северная Буковина тоже предложила, чтобы принять ее в Советский Союз. И вот нас послали туда. Опять. Вот где я труды принял сильно. Я был, у меня когда вот в кадре был, тут всех курудия, а нас двоих пулеметчиком, ручной пулемет изучали, когда охрану. И вот, и когда поехали туда, мне вот этот, я пулемет повесил на себя с дисками, и лошадь тут и все. И что у меня получилось? На жопе черяки сели. А ехали четверо или пятеро суток ехали. И я ехал только вот на стойках, на стременах. Вот. Куда доехали? До Северной Буковины. Тут город какой, я забыл. Не память.
Ну, не уж тут приняли его. Сонщасть сделали мне передвание крови. Вот вчера класный. И так не субожалял. Он на кухню посылали. Вот консервы распечатали, да. Вот сейчас вот эту букву я помню. Зарезал. Сейчас распечатал. Ну тут вот все закончилось. Тяжело. Петр Иванович, об участии в первом боевом сражении расскажите, пожалуйста, помните? Помню. С первого начала, как меня тут взяли. Я только пришел был домой. Уехал на курсы комбайнеров. И тут же меня звонит. Явиться немедленно в Чердаклы, в район КамАЗ. Я только приехал в Матвеевск, в комбайн, понимаете, а хватит. Звонит, явиться в Матвеевск. Ну, что, надо бежать домой. Раз завтра быть в Чердаклах. Ну, вот, приехал, привезли нас в Чердаклы. Перекличку сделали, все сделали. И все больше часа. К вечеру пригнали. Туда ни машины, ни через Волк не ездили, ни, а вот только поездом, да, паромом. Вот пригнали эшелон, нам это, погрузили нас и перевезли. Вот. В Ульяновск, персональный пункт. И вот там мы трое суток нас формировали. А формированный был полк пехотинской, а я служил в артиллерии. Всех собрали, всех нарядили по 10 человек. Каждому 9 человек и один как сержанту. Всех куда-то нарядили, все. И все погружаться на фронт. Был капитан был, который нас провожал, татар. Как оказались на фронте, Петр Иванович? А? Как на фронте оказались? Как? Вот так, куда погрузились, вот тут, из Ульяновска-то, в эту, Мигилев, привезли нас в Белоруссию, Мигилев. Мы совсем в своем вандировании, совсем не военно, а просто так погрузили нас в эшелон, да, чтоб дорогой-то два раза саживали самолеты, да, прыгали с вагонов. Ну вот привезли вот Мигилёв. И вот нас, как это там сделали, по 10 человек. 9 рядовых, а один сержант. И вот нас в баню. Вот это 10 человек по баню. Сходим в баню, дают нам наволочки. Вон, подушка, наволочки. Вот, говорит,
кладите свою одежду, собирайте и кладите ее домой отправим. Ну, мы служили, намылись, сходим на молитву, нам все припасли с кальсон до рубашки, до шинели. Все обводили, обмыли, и все. И Петр Иванович, на каких участках фронта воевали? В каких местах? Воевали нас. Вот я сейчас вам скажу, вот куда нелёты приехали, нас тут нарядили всех, винтовки дали, патроны дали, все, и нас пешком повели направление Жлобина. Жлобин уже был взят немцем, он был по ту сторону Днепра, а мы тут приехали, а они, немцы хитрые, оставили там какую-то часть, а сами обошли нас, неделю, где мы умедировались, уже неделю взяли. А мы остались, и нас, он не в затылок, давай шпарить. Нас тут уж этот сделали потонный мост, через Днепр переехали, там сказали, там частичка перешла, говорит, немцу, а хватит частичка. Как начали нас жучить. А нам пушки надо их укрепить вперед. Стрелять нельзя, ничего. А тут начали и пули свистят, и минометом начали класть вроде как картошку садить из минометов. Чего делать? Лейтенант у нас был, он как командир двух орудий. Кричит, наводчики, снимайте затворы, куда-нибудь спрячьте, а то из наших пушек нас опять бить будут. Скорее сделал. И некуда бежать. Мне воевать мало было. Ты припомнился. Воевать не пришло. И вот куда в землянку забежали, чтобы укрыться от пульт. Сидим, все. Тут еще двое прибегают наши солдаты к этому блиндажу. Их тут же не дали им влезть, тут прострелили. И вот подошли к нам в эту люсь ап, выходите и все. Ну что вы делаете? Если не выходить, все равно ничего. Они сейчас пару гранат бросят нам, и все, и ничего. Ну и полезли вперед. Выходим, вылазим. Все полезли, было двое. Нет, он немец хитр. Давай по одному только. Больше по дому выходит. Вот выйдет один, обсудит, все обшарит, все
Боже, посмотрит. И вот и выхожу я тоже.